Приветствую вас. Вы знаете, давайте мы с вами будем разбираться сейчас, Мария, в том, что вы написали, потому что я бы сказал, что очень мало информации по факту я себе предоставила. Итак, вы пишете, в настоящее время я прохожу практику в летнем лагере. Смотрите, если вы проходите практику в летнем лагере, то, наверное, это связано, ну, я так думаю, что с какой-то деятельностью, да, с каким-то, ну, с какими-то видами работы, может быть, с образовательной деятельностью, может быть, с рабочей деятельностью, ну, в общем, с чем-то, чем вы занимаетесь, что вам, ну, как бы, интересно. Да, ну, априори, скажем так, априори, да, интересно. Вот. И мне кажется, что если вы занимаетесь любимым делом, вот, своим любимым делом, вот, ну, проблем никаких вообще быть не должно. Мне так почему-то кажется, вот, и так далее. Мне почему-то вот это видится вот таким образом. Просто потому что по-другому никак. Значит, соответственно, у вас, возможно, возникает наложение, одного на другое. То есть возникает наложение, к примеру, работы, то, что вы хотите делать, то, что вам нравится делать, вот, и, значит, каких-то уже личных проблем, личных моментов, вот, и нужно, я бы сказал, так сделать, чтобы мотивация была адекватна, то есть, чтобы была адекватная потребность делать то, что вы делаете. Вот. Понимаете? Это первое. Второе. Значит, так, вы пишете, нельзя списать на некую акклиматизацию, ведь у меня, в отличие от многих других, тишина и спокойствие, так я вожатая, те обязанности, которые кладутся на меня, вызывают большие проблемы. Какие проблемы вызывают у вас? Что это за проблема? Вы говорите, что вы не можете уловить суть того, что от вас требуется. А почему вы не можете уловить суть того, что от вас требуется? Вы же способны воспринимать информацию?
Значит, здесь стоит какой-то блок. Понимаете, да? Здесь стоит какой-то блок, какие-то, ну, какие-то преграды. Вот. Нужно это исследовать, нужно это проанализировать. Может быть, вы не хотите этим вообще заниматься. Может быть, вы поняли, что это не ваше, а может быть, вас это вас. Это что-то задело. Вот. Понимаете? То есть, вот давайте мы с вами на эту тему тоже подумаем, что вас задело, если задело, да? Что конкретно вас задело, если задело? Вот. Что и почему? Дальше, не могу улавливать или даже принимать их. Теряюсь, не понимаю, что от меня хотят, значит, это вызывает боль, редкая истерика. Ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, здесь, что вы попали не в зону своего комфорта, да, совершенно очевидно, что как бы из своей зоны комфорта в данном случае вы вышли, вот, и вам тяжело. Вам тяжело. Сейчас. Но вот причина того, что вам тяжело, я, если честно, затрудняюсь сказать, да, затрудняюсь ответить, потому что не очень понятно по поводу чего у вас проблема, понимаете, по поводу проблемы у вас самой деятельности, что вы для себя, к примеру, внезапно поняли, увидели, что это не ваше. Вот. Или, может быть, что-то еще. Мне кажется, что этот момент, его нужно выяснить обязательно, иначе в противном случае просто все это будет лишено всякого смысла, вот, и вы так ни в чем не разберетесь. Вот. Что касается истерик, то истерики — это следствие вашей неуверенности в себе и недостатка внимания, да? Вот, недостатка внимания, недостатка, ну, того, что вам хочется, вот, для себя. Вот, и, соответственно, мне кажется, что с причинами истерики нужно работать. Вот, это ни в коем случае и никак. Значит, не связано, по-видимому, с тем, что вы сейчас делаете. Вот, с тем, что, значит, чем вы сейчас занимаетесь. Вот. Так, по крайней мере, мне это видится. Так, по крайней мере, мне это представляется. Вот.
И я думаю, что именно в этом направлении вам и нужно работать. Вот. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать, вот, в принципе, то, что я хотел бы до вас донести. Вот, надеюсь, что вам поможет мой ответ. Надеюсь, что для вас это было полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Ну, то есть мой ответ, если сделаете лучшим, буду благодарен. Желаю вам всего самого доброго и удачи!